Снега в этом году выпало больше нормы. Метеорологи прогнозируют паводок. Это серьезная проблема для 17 муниципалитетов республики, в их числе и Козловский район. Потенциальные зоны затопления под особым контролем. Две деревни, Картуево и Карамышево, соседствуют. Между ними проходит река Аниш, неподалеку озера, где разводят рыбу. Разница в том, что Карамышево – возвышенность, а Картуево – в низине. Год назад в это время деревню затопило, хотя снега было меньше в разы. В этом году каждое утро Елена Лаврушкина обходит свое подворье. Все ли в порядке? Если вода попадет в подпол, пора спасать урожай. Ну, метр-полтора поднимается. Когда как? Весна какая, когда какая бывает. Когда вода приходит, смотрим, убираем в подполе, что картошку убираем, это поднимаем оттуда, все убираем. Ну, она стоит, до лета даже иногда бывает стоит, сырость. Из-за сырости, ну, даже летом газ это не отключаем из-за сырости. Вот стоит вода, а если газ не включать, то дома вся это сыростью пахнет. Чтобы вода не попала в дом, местные заранее очищают отмостки и делают всевозможные отводные канавки. Готовность к пропуску талых вод держат на контроле администрация района. Особое внимание малым рекам. По данным администрации муниципалитета, критических случаев, когда реки вышли из берегов, не было лет 50. Но в случае необходимости есть пункты для размещения. В случае, если такая необходимость возникнет, также у нас в районе имеется 9 пунктов временного размещения граждан, которые в период необходимой эвакуации будут экстренно эвакуированы. Сформирована группировка сил и средств, которая включает в себя порядка 90 человек личного состава, 18 единиц техники, в том числе 3 единицы плавсредств. Русла должны быть чистыми, как на гидротехнических сооружениях, так и на реке Аниш, то есть чтобы вода беспрепятственно проходила, уходила дальше уже в Волгу. В общей сложности в реестр потенциально опасных в Козловском районе попадает 6 населенных пунктов. Эти территории с начала обильного таяния снега и подъема воды в реках будут под круглосуточным наблюдением. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.